новогодние каникулы можно приобщиться к спорту, но спортивные учреждения в это время будут работать в особом режиме. Ледовая площадка стадиона «Металлург» начнет свою работу уже со 2 января. В 3 часа дня любителей покататься на льду ждет прокат коньков. Ледовая площадка «Локомотив» ждет посетителей с 3 января. Режим работы с 2 часов дня до 9 часов вечера. У катка школы номер 41 выходной день только 31 декабря. В остальные дни каток будет работать в обычном режиме. Бассейн «Олимпия» примет первых посетителей 2014 года уже 4 января, а бассейны спортивных комплексов «Солнечный» и «Таежный» начнут работу с 3 января. Добавим, что тренажерный зал спортивного комплекса «Таежный» начнет свою работу в обычном режиме также с 3 января.